Всем привет, дорогие друзья, с вами канал «Живой вопрос». И буду краток, YouTube, кажется, все. На компьютере без VPN он уже не работает, со смартфона работает кое-как, и то не так, чтобы прям быстро. Чтобы мы с вами не потерялись, предлагаю вам перейти в ВК, соответственно, там будет основная площадка базирования канала. Также завел телегу для тех, кто любит Телеграм. Также есть Яндекс.Дзен и, конечно же, куда без Рутуба. Рутуб – наше все, так сказать, скрепы. 15 просмотров за 3 года. Не думал, что когда-то вернусь туда, но, кажется, момент настал. Переходите, все ссылочки где-то вот там вот будут. Где вам удобнее, буду рад вас видеть. Буду рад общению с вами. Соответственно, в Telegram также будет выходить контент, который на YouTube не выходил. Это новые посты. Некоторые из них уже вышли, некоторые выйдут. И подписывайтесь, конечно же. Переходите, будем общаться. Всем пока и до встречи.